Пам-пам! Всем привет! Итак, я ехала-ехала, наконец приехала. Рум-бу. Вот такая у меня комната. Вот это гостевая. И вот это моя спальня. Очень комфортный номер. Уже вечернем убранстве номер. И вот такой вот вид из окна. И давайте на балкон выйдем, потому что я очень люблю видовые номера. Вот там, я так понимаю, что еще один ресторан есть, который находится непосредственно на озере. И смотрите, какая огромная территория для прогулок. Ну что, идемте прогуляемся территорией ETM Resorts. Говорят, она очень большая, и я покажу вам, что здесь есть интересного. Как же красиво здесь по утрам поют птицы. Вам просто не передать словами. А для любителей попляжиться, вы тоже видите, что здесь есть все абсолютно условия для качественного отдыха и приема солнечных ванн. ETM Resorts, я считаю, это идеальное место для проведения торжеств, свадеб. Прямо позади меня находится Grand Hall, который может принять до 100 гостей. Также есть роскошные просто рестораны. И, конечно же, на территории уже появилась своя небольшая церковь, где можно провести обряд венчания. Привет! Давай поздороваемся, давай? Давай. Как тебя зовут? У тебя здесь нет имени? У всех есть, а у тебя нету. А? Красавица. Красавица. Ты какая красавица. Ну, очень роскошная спа-зона в ETM Resorts. Это действительно отдых и релакс на все 100. Итак, друзья, я зашла в бювет. Здесь вы видите много-много разных видов воды. Если вы проживаете и не проходите консультацию у доктора, тогда вы можете пить сморшинскую после еды и съедницку до еды за 40 минут. На автобусе Вильмита, Миргородская, Моршинская.
Я, конечно, слышала, что Wyndham Resorts – роскошные завтраки, и сейчас я хочу убедиться в этом лично. А сегодня я прогуливаюсь на территории. Я говорила, что территория огромная, и я дошла до виноградников. В Wyndham Resorts есть свои виноградники. Площадь их занимает 2,5 гектара. На сегодняшний день здесь высажено 6 сортов винограда, 4 сорта для изготовления обычного вина и 2 сорта для производства игристого. То есть уже через 3-4 года можно будет продегустировать игристое. А вот обычное вино я вчера продегустировала. И хочу вам сказать, что очень достойно внимания. Я дегустировала белые сухие вина, не запомнила название, но кодовое слово 50 на 50. Это все знают и вас поймут, поэтому можете смело дегустировать. А что интересного, что здесь осенью проводится праздник сбора урожая. То есть каждый желающий может присоединиться к сбору урожая, а потом провести время за большим столом, накрывается бранч для тех, кто собирал виноград, и это все превращается в такой очень масштабный праздник. Поэтому запишите себе время в вашем календаре, осень, сбор винограда в Эдем. Мне сказали, что в Wyndham Resorts очень любят искусство, и вы, наверное, уже успели это заметить, и что на территории отеля даже есть своя галерея искусств. Я предлагаю прямо сейчас отправиться туда и посмотреть, что же здесь представлено. В ресторане Wyndham Resorts я заказала дегустацию фирменных вин собственных виноградников. И сейчас я узнаю, насколько же вкусное вино создают Wyndham Resorts. 40 сортів винограду – це німецькі сорти винограду, як вже було зазначено. Чому саме вино? Тому що вони мають найкращу, можна сказати, переживальність в нашому регіоні. Wyndham Resorts велосипеды в свободном доступе. То есть, когда вы захотите, вы можете взять велосипеды и поехать изучать окрестности. Посмотрите, как здесь красиво. И еще один интересный момент, на который хотелось бы обратить внимание, это парк скульптур 3020. Философия этого парка – оставить послание потомкам на тысячелетие. На сегодняшний момент в парке находится 40 скульптур, которые созданы 23 скульпторами.
Парк может посетить любой желающий, даже если вы не проживаете в отеле. Стоимость входного билета 200 гривен, и вы можете наслаждаться целый день. И с этого года каждый май 9 скульпторов будут проживать в Эдем Резорт и создавать свои работы, вдохновляясь красотой этого прекрасного места. Вообще, философия Эдем Резорт – это Эдем для тела, души и разума. И мне кажется, что им удалось это воплотить в жизнь на все 100%. Подписывайтесь на мой влог, и мы будем с вами узнавать интересные места вместе.